Вот такой снег у нас выпал. О, наш папа с Димой бегут. Сегодня 16 января. Буквально перед Новым годом у нас была зеленая трава. Сейчас настоящая зима. Ребята наши бегут. Хоть немного дети порадуются, что у нас на юге тоже бывает зима. Смотри, сейчас упадет! Упал! Вставай давай! Не надо ложиться на снег. Когда домой уже перед домом. У тебя шея не застегнута. Привет! Димон наслаждается зимой. Опять упал. Дим, ты специально падаешь? Дим, ты что, специально падаешь? Я говорю, что сегодня 16 января снег, а буквально перед Новым годом мы ходили на лиман, зеленая трава. Так, снежок сколько сантиметров выпал? 10? Ну то, что ветер дует, вот местами, видишь, как ветер дует, снега нет. Снежная наша лиманская. Да. Это какой дом вот этот номер? А, 156. А это какой, 170 или 167? 167. Тогда дальше трехэтажки. А, трехэтажки, да? Пятиэтажки. 155. 152. Это я стою на пустыре, где газовая колонка. Так, идем дальше путешествовать. Вон собачка чья-то играется. Тоже радуется зиме. Побежала. Дима наш специально падает. Да, Дима? Специально падаешь? Дим? Тебе нравится зима? Дима, тебе зима нравится? А? Ну, повернись, покажи свое лицо. Ку-ку. Так, это мы идем в центр. Это бывший магазин. Что здесь было? Сказка? Кафе-сказка. Кафе-сказка. Детское кафе. А сейчас что здесь построили? Что-то построили, но мы не знаем, что здесь будет. Стриптиз-клуб. Это кафе. Наш папа немножечко загоняет. Дима, тебе погода нравится? Да. Это наш поселковый совет. Здесь у нас голова сидит. Столько магазинчиков у нас в городке понастраивали. Один магазинчик, второй магазинчик, третий, четвертый. В принципе, это весь наш центр. Такие качели сделали бывшие. Так, дальше будет продолжение.